Мил стал таким страшным, что они должны знать вот это вот, и чтобы никогда вот этого больше не повторилось. Потому что все-таки их история, там и деды, и прадеды, и родственники. И без истории, ну, дальше никуда невозможно двигаться. На Красной площади в 45-м году. Вот, вот у нас свои ветераны. Ну, естественно. Восстанавливали советскую власть. Я ее, так сказать, поддерживал 28 лет. Если бы отец был живой, он бы мне его голову оторвал за то, что не стало Советского Союза. Вот так. Поэтому настроение у меня не очень.